Факелу 65 лет. В 1953-м академик Петр Грушин возглавил главное конструкторское бюро городского округа. Здесь разработали первые в мире управляемые зенитные ракеты, которые позже применялись во время военной разведки. Сегодня вспомнить главное достижение бюро собрались сотрудники и ветераны предприятия. На торжественном митинге отметили заслуги лучших работников факела. Среди них Ольга Воронцова. Сейчас она специалист по работе с персоналом, но пришла сюда инженером. Почти за 50 лет службы у женщины и мысли не было сменить место работы. Вы знаете, я счастлива. Я счастлива, что я была инженером. Я счастлива, что я теперь в кадрах, что у меня... Знаете, человек должен прогрессировать. Но я на одном предприятии. Мне удалось на одном предприятии прогрессировать. Но при всем моем взрослом возрасте, наверное, так, я не собираюсь пока уходить. С круглой датой сотрудников машиностроительного конструкторского бюро «Факел» поздравил глава муниципалитета Дмитрий Волошин. И только с вами, только вместе, в единстве мы можем делать наш город лучше. «Факел» является неотъемлемой частью городского округа Химки. И я очень рад, и мне весьма отрадно, что такое предприятие находится на территории нашего округа. Мы гордимся вами, всеми вами, любим вас и ценим. С праздником! Награды и благодарность от администрации городского округа получили почти два десятка сотрудников предприятия. Ксения Каредникова, Дмитрий Бочаров, служба новостей.